a cada segundo. Ots. Как хорошо, что ты вернулась. Нам очень нужна твоя помощь. Вика, привет. С возвращением. Собачку эту. Да, мы сегодня продолжаем играть в нашу собачку. Чтобы начать конкурс, пора есть суши. Сейчас принесу эту пирочку. Да. Сначала рис. Выбери свой любимый. Вот здесь вот. Какой цвет хочешь? Пальчик получается. Давай, Викуся, выбирай рис. Какой хочешь, мам? Давай синий. Ты еще плохо чего? Давай, насыпай. Распредели рис красиво и равномерно. Не забудь, судьи смотрят вот так. Не забудь, судьи смотрят вот так. Что опять хоть хороший выбор? Теперь пришло время главного ингредиента. Так, что ты хочешь? Выбирай сами. Что хочу? Как следует сверни. Давай порубим его на кусочки. Какой же нам там приз попадет? 1000 чертей! Больше призов на горизонте! Очень мило! Столик нам попался. Начнем с стольчика. Соревнование по приготовлению сока. Что за тропический напиток без льда? Время расколоть его. Каждая кнопка добавляет вкус, но чтобы сделать настоящий коктейль, надо нажимать несколько кнопок одновременно. Прочитай простую инструкцию внизу экрана и узнай, какие сумасшедшие цвета можно получить.
Получился салатовый. Время для вкусных добавок. Просто выбери вкусную добавку и нарисуй ее сверху пальцем. Какашка похожа. Почему на какашку не похожа? Вот какашка. Похожа на форму какашки, да? Что опять хочет вот так? Не забудь, судьи смотрят вот так. Не забудь удивиться отлично. Выглядит просто потрясно. Получилось. Что там у нас сюрприз? Еще один приз идет к нам на паруса. Боже, я думаю, что видела это на Пэтстаграм. А у тебя и правда глаз заточен. Соревнование по приготовлению сока. Миксология. Это искусство приготовления идеального фруктового сока. Что за тропический напиток? Время расколоть его. Наклони устройство, чтобы добавить лед. Соревнования по песчаным замкам. Внимание! У этих судей довольно специфический вкус. Выбери форму для своего будущего замка. Просто наполни его песком до конца. Главный момент. Теперь медленно подними ведро, чтобы песок сохранил свою форму. Не забудь, судьи смотрят. Отлично! Не забудь, судьи смотрят. Отлично! Теперь смочи песок водой. Осторожно! А то будет слишком жидко. Переверни его. Легко и просто. Теперь давай раскрасим его в какой-нибудь цвет. Покрасивее песочно-коричневого. А песок не бывает синим. Так ты ж красишь его. Давай двери на окно. Украсть свой замок чудесными ракушками и цветными флажками. Красиво. Это замки песочно тщательно. Фото на память. Фото память. Еще один приз для моего йо-хо-хо отеля. Очень мило.
Коробка из Австралии. Нажми на подарок, чтобы начать конкурс. Что ты хочешь? Что ты? Лови волну! Лови волну! Почему много здесь звездок? Сегодня я все хочу. О, а вот и Ростофур с твоим подарком. Привет, принцесса. Не волнуйся, я проверила. И здесь есть сушилка для меха. Избегай песчаных ловушек. Отличный удар. Здорово. Молодец, Викуся. Да ты просто автомат с призами. Как чудесно! Выглядит классно! Сегодня у нас всех всем пока-пока. Пока-пока.